Актер Нижнетагильского театра «Кукол» Роман Брилев получил специальный приз на первом всероссийском фестивале-конкурсе актерской песни «Пой, ласточка, пой» в Екатеринбурге за песню «Верните мне крылья». Это комедийно-грустный номер об уставшем артисте-клоуне, у которого ничего не получается и который больше никому не нужен. Я получил спецприз от жюри так за глубину и искренность. Жюри очень оценили, очень понравилось. Сказали, что прочувствовали всю глубину номера. Я очень рад, что меня оценили члены жюри, потому что это большие профессионалы из Москвы и Санкт-Петербурга. Правда, это очень дорого стоит. Жюри фестиваля отсмотрели более 110 номеров и отобрали 11 лучших для гала-концерта. В их число вошло и выступление актера Нижнетагильского театра «Кукол» Романа Брилева. Добавим, что конкурс проводится впервые. В нем участвовали артисты театров и студенты театральных вузов из разных городов России.